миссия невыполнима. Операция «Кадрос 2018». При участии Алексея Деснерова. Ну что, к бою готовы, бензопила заправлена, все поменяли. Сейчас посмотрим по весу, вывезем или нет. Поехали до первых заломов. Идем! Достаем свое тайное оружие, квадрокоптер. Это действительно тайное оружие. Оказывается, на него можно и на таймень охотиться с квадрокоптером на ямах. Я в Монголии проверил. Да, он небольшой залом, херня полная. Ну да, нет, один, вон. Один, вот это местечко, вот оно. Да, с той стороны надо идти. И так, сейчас и поехали, посмотрим, что там дальше у нас. Еще, ух ты, тут. Да, тут позавалило-то, мама, не горюй, видела прошлое. Ха-ха-ха. Ну и тут пару деревьев. Короче, тут херня полная. И дальше все. Дальше выход. Короче, пилиться нам сегодня весь день. Пилиться весь день. Да не весь день, а остатки. Сколько у нас времени есть, столько и будем пилиться, мне кажется. Так, ну здесь мы пройдем. Здесь мы пройдем. Там либо вот тем я местом смотрел идти, либо этим. По-моему, по открытой местности шел. Но у меня, бля, такое ощущение складывается, что все-таки мы вот по этому. Опа, ни хрена жопа. Ну да. Тут вообще задница. А я такое ощущение, что именно вот это смотрел. Пойдем сейчас по лесу, посмотрим, что там куда идет. Такое ощущение, что пилиться походу придется.
О, нет. Хренотень. Возвращаемся к тренеру. Хотели столярничать? Не получится, собака. Значит, Лене 2 года на кадросе не было. Рулю, сука. Фу.